Здравствуйте. Сегодня мы начинаем третью заключительную часть большого раздела, связанного с очень важной в маркетинге проблемой, связанной с самим предприятием, фирмой. Как организовать, собственно, планирование и контроль в маркетинге? Ну, в основном планирование, конечно. Контроля мы уже коснулись немножко. Что мы уже прошли, что нам известно? Мы разобрали, какие бывают варианты, варианты ведения маркетинговой деятельности, что ставится. Сначала доктрина была связана с тем, что главным является производство, такая производственная часть, производственная идея, что производство – это главное. А идея заключалась в том, что потенциальный покупатель, потребитель, видя на рынке определенные товары, сам их купит, руководствуясь здравым смыслом и предложением, которое есть. Ну, еще, я, кстати, забыл добавить, что вот фактор «сосед покупает, я тоже», тоже имеет место. Такая модель очень хорошая, конечно, до определенного предела. Мы подробно разобрали, в каких случаях она хорошо работает, в каких нет. И тем не менее, это подход, как я говорил, можно его так назвать, подход со стороны технолога. Мы устремлены к самому изделию, в данном случае к его производству. То есть мы очень далеки от потребителя, но и цели такой не ставим, к нему приближаться. Мы считаем, что реклама идет неприцельно, реклама идет в общем виде, она охватывает весь рынок, и мы не сегментируем рынок, этим не занимаемся, и вообще, что называется, слова такого не знаем. Значит, первый этап, потом второй этап, второй такой шажок, это мы отошли от производства, уж совсем технологии, перешли к товару, говорим, пусть у нас будет главным в нашей цепочке товар, пусть этот товар будет, пусть будет главным качество этого товара, мы будем за ним следить, а покупателя будем просто информировать. Вот появился товар, товар более высокого качества, с новыми свойствами, и, так сказать, дело пойдет. Это, значит, следующий вариант. Потом появилась идея, еще следующий шажок. Хорошо, товар. А как мы можем взаимодействовать еще? А рынок сам? Значит, надо коммерческие действия интенсифицировать. Что это значит? А вот все, что связано с рекламой, с продвижением товара, сделать это главным. Тут уже, конечно, большой прогресс, потому что мы уже связаны с потребителем. Мы уже, по крайней мере, хотим его информировать о товаре, даем какую-то информацию, причем структурируем ее, занимаемся в чудовищных масштабах рекламы, рекламной кампании. То есть это уже плюс. Это мы тоже поняли и разобрали. Следующий вариант, следующий шаг, наиболее такой важный, это, собственно, маркетинг. Когда вот это возникла очень правильная и хорошая идея, главное, экономически она оправдана. Я все время забываю это уточнить, а это важно, ведь речь идет о коммерческой деятельности, и целью деятельности любой, почти любой компании это... Нет, не так. Целью деятельности любой компании является извлечение прибыли. И тут мы, безусловно, тоже должны подчиняться этому принципу. Следующий момент. Мы разобрали такой случай, что идея маркетинга заключается в том, что мы наш рынок делим на сегменты, выбираем значимый для нас сегмент целевой, и уже его, этот сегмент, что называется, обрабатываем. Но это мы довольно подробно рассказали. И последний вариант – это когда речь идет о социально ориентированном маркетинге, ну, мы довольно подробно и хорошо это обсудили. Дальше пошел разговор о, собственно, управлении. Вот эти схемы, надо как-то ими управлять в реальности. Первое, что мы сделали.
мы делаем анализ рыночных возможностей. То есть мы анализируем то, что есть на рынке. То, что, чем мы обладаем, вернее. Какие проводим системные маркетинговые исследования. Изучаем маркетинговую среду, среду фирмы и так далее, и так далее. Изучаем потребительские рынки. Ну, если идет речь о потребительских рынках, значит потребительские. И рынки предприятий. Это мы все разобрали вскользь, так немножко сумбурно, но тем не менее представление, наверное, уже есть. Следующее. Отбор целевых рынков. Что здесь важно сделать? Произвести замеров объема спроса, то есть какой спрос? Объемы самого спроса. Произвести сегментирование рынка. Ну и отобрать целевые сегменты и произвести позиционирование товара. Все эти пункты мы разобрали, они все очень важны. Каждый пункт имеет решающее значение. Я в прошлый раз говорил, что если позиционирование товара произведено неправильно, все остальные усилия, безусловно, ну не безусловно, но скорее всего окажутся напрасными. И последнее – разработка комплекса маркетинга. В чем она заключается? Ну, это всем известные вот эти 4P, о которых все время мы говорим. Это, собственно, товар, его цена, методы распределения и методы стимулирования. Если эти слова перевести на английский, получится, все слова будут начинаться с буквы P, отсюда и название 4P. Но об этом говорилось, я не буду уточнять, что есть там еще 5P, 7P, но тем не менее, нам важны вот эти вот 4. Руководствуясь ими, мы разрабатываем комплекс маркетинга. Главное, чтобы вот эти вот критерии поддавались контролю, то есть численному описанию. Товар, цена и так далее. Иначе это будут просто красивые слова, а толку никакого это иметь не будет. Ну и, наконец, последнее – это претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. Ну, до этого мы говорили очень красивые слова, все это была теория, рассказывали, какие варианты есть, какие пути есть, говорили о стратегическом маркетинге, об операционном маркетинге, об их о том, в чем заключается разница. Но это, что называется, гладко было на бумаге. А как это в реальности будет? Как это будет реализовываться на практике? Как это будет претворяться в жизнь, что называется? Ну, давайте разберемся так потихонечку в начале, с чего все началось. Цель системы стратегического планирования – это удостовериться, а правильным ли мы направлении движемся. Разобрать все позиции, то есть все товары, насколько они эффективны, просто просчитать все по полочкам, разложить, от каких-то отказаться, а те, которые не отказались, те должны быть тщательнейшим образом проанализированы. По всем, что называется, четырем пунктам, вот этим 4P, чтобы нам вести нашу деятельность грамотно, а главное эффективно. Собственно, одно вытекает из другого. Ну, это все красивые слова, а как это на практике в жизни реализуется? На предприятии создаются службы маркетинга. Что это такое? Это структурные подразделения, которые организованы определенным образом. Это очень важно. Вот теория теории, а есть практика. Предприятия разные. Номенклатура у них товаров разная. У одних большая, у других маленькая. Одни предприятия имеют огромное количество филиалов, другие вообще их не имеют. Одни могут позволить себе держать большой штат сотрудников,
развертывать систему, вот это управление маркетингом, о котором мы в прошлый раз говорили. Другие это позволить себе не могут, или это просто неэффективно. Что, кстати, тоже в процессе маркетингового аудита происходит. Поэтому создается в организации службы маркетинга. Какие возможны варианты организации, вот, структурированные этих служб? Самая простая – это функциональная служба, простая до степени примитивности. В ней существуют отделы, как в любой структуре, предприятия, отдел маркетинга, отдел маркетинговых исследований. Ну, без него, сами понимаете, никак нельзя. Хотя, ну, хоть и во всех учебниках это все представлено как само собой разумеющееся, но такой отдел, в принципе, как самостоятельное подразделение, может и не существовать. Но мы рассматриваем вариант, когда вот такой отдел представлен. Потом идет отдел рекламы и стимулирования сбыта. Кстати, вот в этой схеме ее хорошо надо представлять, потому что во многих предприятиях есть такой отдел рекламы и маркетинга. Вот, ну, когда мы вот эти все организационные службы на предприятии сейчас разберем, постараемся успеть, то будет понятно, что это делать, ну, это не совсем правильно, это разные службы. Значит, есть отдел маркетинга, то, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть ведется, собственно, процесс управления маркетингом со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, собственно, ведет стратегическое планирование, а также операционное планирование, то есть текущее планирование и контроль одновременно. Для чего это делается? Вот этот мониторинг должен вестись постоянно. Постоянно, непрерывно. И поэтому необходимо иметь определенную службу, которая бы, что называется, отслеживала, где мы находимся. Причем стратегически и тактически. Как изменяется рынок, спрос и так далее. То есть идет такой непрерывный анализ потребителей, как физических лиц, так и организаций. Изучаются потенциальные рынки, их изменения, объемы и так далее, и так далее. Значит, мы сказали отдел маркетинга, отдел рекламы и стимулирования сбыта, отдел сбыта отдельно и отдел планирования ассортимента, так его назвали. То есть вы чувствуете, что речь идет о компании, у которой, что называется, не очень большой ассортимент товаров. Я не хочу сказать, что это маленькая компания, раз мы говорим о отделе маркетинга, отделе маркетинговых исследований, то значит, эта фирма достаточно солидная. И все-таки ее структура очень проста. Давайте проанализируем. Структура проста до примитивности. Она очень мобильна. Самое главное, она малозатратна. И внутри нее не возникает противоречий, потому что она линейная. Идут в линейно-структурные подразделения отделами. И здесь взаимодействие вполне нормальное через руководителя, топ-менеджера или руководителя фирмы. Все зависит от структуры. То есть здесь идет такая линейная, простая схема, состоящая из отдельных отделов, которые, перед которыми четко сформулированы задачи. Они знают, как их выполнять. Что здесь приятно? Что здесь, конечно, хороший рост сотрудников идет, потому что идет, они накапливают довольно большой опыт. Ну, вот я в этом отделе нахожусь, и вот все, чем занимается фирма, вот все в моих руках, я через меня это все проходит, я чувствую, вижу. В следующих моделях так просто не будет. Значит, я уже сказал, что эта модель довольно в эксплуатации дешево обходится, потому что она малоизвенна, структура простая и надежная. Но не все так просто. Функционально разделили, а есть фирмы и посложнее, а главное, есть фирмы, у которых много товаров.
даже здесь не точное слово «много». Есть фирмы, у которых разные товары, и позиции разные, все совершенно разное. И просто один человек не может этим заниматься, и один отдел этим не может заниматься. И тогда применяется другая структура, организационная служба по принципу, по товарному принципу. Что здесь изменилось? В этой структуре также вот есть отдел маркетинга, отдел маркетинговых исследований, здесь все осталось по-прежнему. Но да, отдел рекламы и стимулирования сбыта, но здесь отдел снабжения тоже присутствует. Но вот отдел, который называется почему-то планирование ассортимента, он у нас изменился. Изменился почему? Даже значит планирование ассортимента. У меня огромный ассортимент, но если не огромный, то достаточно большой. И он изменился на отдел, который занимается различными товарами, то есть занимается различными товарными группами. Как бы, как его можно назвать? Ну, отдел там товарной номенклатуры, допустим, так мы его назовем. Это будет, наверное, правильно, хотя тоже есть вопросы. Вот этот отдел, чем он интересен? Разные товары, и они структурированы. Разные люди, ну, допустим, разные люди могут заниматься разными товарами. Что в этой схеме? Вроде бы в этой схеме мало что изменилось, но возникли противоречия. Сами понимаете, здесь уже есть структурные звенья. Во-первых, между ними может возникнуть противоречие. И, во-вторых, противоречие может возникнуть, ну, грубо говоря, из-за статуса. Я еще раз повторю, обычно такие службы, ну, организационные службы маркетинга делаются в случае, когда товары разнообразные, когда фирма выпускает, ну, занимается товарами разными с точки зрения маркетинга, а порой и с точки зрения самих просто принципиально разные товары, товарами занимается. Возникают такие вопросы, типа вот этот товар решающее значение, этот не решающее значение, затраты вроде бы одинаковые, но такие чисто вот, как сказать, производственные. Есть проблемы. Следующий вариант – это разделить по географическому принципу. То есть схема остается та же, но появляются торговые агенты. В схеме появляются торговые агенты. Когда это происходит? Огромное количество филиалов, допустим, они разбросаны по стране. Имеет смысл ввести торговых агентов, которые на местах разбираются во много-много раз лучше, чем, ну, скажем так, в головной организации, в головном структурном подразделении фирмы. И вот эти вот торговые агенты, они, что называется, очень хорошо ориентируются. В чем здесь выигрыш? Ну, во-первых, конечно, в затратах, в оперативности. И появляется гибкость. Гибкость при взаимодействии, гибкость при управлении. Ну, об этой схеме мы много говорить не будем, потому что, в общем, все достаточно понятно. Если у тебя много филиалов, если они разбросаны по большой территории, у тебя нет другого выхода, как работать с торговыми агентами, изменять структуру службы маркетинга. Ну, следующий вариант – это организация службы маркетинга, основанная на рыночной структуре. Тут не надо путать, как бы, чтобы не получилось здесь подмена понятий. Все эти структуры, они все связаны с рынком, они все рыночные. И торговая, и функциональная схема. Безусловно, речь идет о рынке товаров и услуг. Почему называется рыночная? Это потому, что в данном случае у фирмы есть много рынков, ну, по крайней мере, несколько.
они различные. Различны практически по всем своим показателям. И поэтому наша схема опять видоизменяется. Что здесь появляется? Вот если взять основную схему, где существует отдел маркетинга, отдел маркетинговых исследований, отдел рекламы, значит, и стимулирования сбыта, отдел сбыта. И вот этот отдел сбыта, он у нас разделяется по рынкам. Рынок А, рынок Б. То есть здесь идея в чем заключается? Мы уже смотрим не на товар, а на рынки. Потому что для нас это важно. Мы работаем на разных рынках, на рынках, этих рынков много, и здесь идет взаимодействие, как бы. То есть может произойти непонятная ситуация, когда вроде бы одна фирма, а рынки разные, и поэтому вот этот отдел сбыта, он разделяется на несколько подразделений, которые занимаются разными рынками. Ну, вот какие рынки мы используем, и он как бы действует автономно. Вот как только я сказал слово автономно, сразу возникает вопрос. Если отдел искусственно разбили на несколько кусочков, возникают противоречия. То есть эта схема сложная, она более дорогая, что называется, в обслуживании. То есть это просто более затратная схема. Но у компании, у фирмы, которая имеет много рынков, не то что предыдущая схема, где много товаров, а здесь еще больше, здесь много рынков, наверное, она может себе это позволить, потому что это хороший вариант, хорошая сеть товаров используется. И если речь идет о рынках, а здесь, поверьте, уже речь идет не о одном-двух рынках, а о каком-то значительном количестве. Вот. Возникают противоречия. Еще к недостаткам можно отнести, конечно, что кроме противоречий, которые возникают, возникают большие затраты при содержании такой фирмы, потому что идет дублирование определенное некоторых звеньев. Ну, сами понимаете, сколько рынков, столько дублирования. Вот. И, наконец, мы приближаемся к самой сложной схеме. Я чуть было не сказал самой совершенной, но это совершенно неправильно было бы, если бы я так сказал. Схема эта совместная. Если вот эти первые перечисленные, значит, товарные, там, рыночные, они, в общем, слабо отличались от функциональных, но мы там просто добавляли или расширяли какое-то звено, там, в одном случае мы отдел планирования ассортимента изменили, в другом случае отдел сбыта, ну, что называется, разбили на части, то вот товарно-рыночная система, служба, работающая по системе товарно-рыночной, еще ее матричной называют, это довольно сложная, большая система, многоуровневая. Разумеется, речь идет о серьезных фирмах, которые, хотел сказать, могут себе позволить, но они не только могут себе позволить, они и нуждаются в такой схеме. Но название говорит само за себя. Значит, объединенная рыночная и товарная схема организации службы маркетинга. В каком случае это делается? Это делается в том случае, если у этой фирмы, компании, можно смело сказать, очень много, большая номенклатура товаров, они различные, и много рынков. А как в этом случае поступают? Делают два отдела. И там существует два управляющих. Управляющий по товарам и управляющий по рынкам. Сами понимаете, что это приводит к противоречиям.
То есть эта система в основе своей противоречива, в ней заложены противоречия, потому что она двухзвенная и немножко получается в ней сбой, не немножко, это сбой встроен, и он есть всегда. Судите сами, два управляющих. Один занимается товарами, номенклатурой, а другой занимается рынками. И вот их пересечение приводит во многих случаях к конфликту. Но другой схемы пока не придумали. Есть данность, вот есть схемы. Ими надо пользоваться. Они довольно эффективны, применимы к разным случаям. Что здесь важно? Эта схема все-таки позволяет большим компаниям, большим организациям быть мобильными. Затраты, конечно, большие. Здесь идут, есть, как я сказал, противоречия в управлении, но, тем не менее, схема эта работает. Что здесь важно отметить? Товарно-рыночная или матричная система – это не только такой монстр, это вот очень многозвенная такая и довольно сложная, да не довольно, а очень сложная структура, взаимодействие в которой тоже идет по какой-то иерархической такой, можно сказать, лесенке, и в результате получается сложности с управлением. Чтобы этого избежать, компания иногда отказывается от этой системы и переходит к двум предыдущим, о которых я говорил, то есть к товарной и к рыночной. Значит, теперь давайте разберем, какие требования вообще предъявляются к организации службы маркетинга на предприятии. Вот, собственно, к этой структуре даже. Итак, вот мы имеем в организации подразделения, состоящие из отделов, которые выполняют каждую свою функцию, которые устроены определенным образом, вот как мы этого описали вот сейчас, вот службы там по первому варианту, то есть по функциональному признаку, по товарному, по рыночному, по матричному. Для того, чтобы понять, насколько это эффективная система, надо понять, какие к ней требования предъявляются. Требования очень простые. Вот эта схема должна быть максимально проста. Это понятно. Если посмотреть на наши схемы вот эти, то, безусловно, тут понятно, что выигрыши функциональная схема. Она проста. Она линейная. Она состоит из отдельных независимых отделов, которые существуют более-менее самостоятельно. Над ними есть один руководитель. То есть здесь и взаимодействие идет правильно. Эта структура мобильна, позволяет обучать, хорошо обучать персонал, то есть персонал имеет возможность роста, у него большой опыт накапливается, так как деятельность здесь разнообразна и порой просто интересна. Но, сами понимаете, эта система просто не работоспособна, если у фирмы, ну, как мы говорили, или товарная номенклатура большая, или многорыночная она, система. А следующая система, значит, товарная. Ну, здесь как бы промежуточный вариант. Вообще считается, что она не сильно отличается от предыдущей. Ну, подумаешь, просто немножко видоизменили один отдел. Вот. Но, тем не менее, вот это видоизменение приводит к тому, что компания, что вот эта структура требует больших затрат на ее содержание. Что касается рыночной системы, организации службы маркетинга по рыночной системе, значит, здесь еще более затратная система. Да, я забыл сказать, что в товарной системе там тоже вот этот процесс обучения, там немножко уже сложнее идет, но все-таки тоже по вот этим вот товарным группам, по рынкам, по разделам по разным товарам,
специалисты могут повышать свою квалификацию только вот в определенном достаточно узком кусочке, что тоже является определенной проблемой. Вот рыночная система, если посмотреть на схему рыночной системы, то она достаточно сложная. Я бы даже сказал, очень сложная. Мы говорим, пишем маленькое слово, там рынок, рынок А, рынок Б, Б написано там и так далее. А под этим идут целые отделы, люди, структуры, и в результате идет серьезные затраты на содержание вот этого аппарата. А главное, мы в прошлой лекции говорили про маркетинговый аудит, про контроль. Значит, сами понимаете, проведение контроля достаточно сложная задача в таких системах. Ну и, наконец, следующее, последнее, которое мы разобрали, модель организации службы маркетинга на предприятии, это вот матричная, товарно-рыночная, как хотите ее называйте. Значит, самая громоздкая, самая сложная. Я бы сказал так, в нее встроены противоречия. То есть, если в других это можно все-таки все поправить, то здесь эти противоречия неуничтожимы. Есть два управляющих, два начальника, у которых есть вокруг полномочий и свои отделы. Значит, соответственно, отдел маркетинга товаров и маркетинга рынка. Вот. И тут возникают иногда прямые конфликты. Я об этом сказал, но я еще раз это подчеркиваю, потому что это важно. Значит, теперь давайте рассмотрим, что происходит при обеспечении связей в подразделениях. Ну, в первой схеме здесь все очень просто. Здесь схема линейная, здесь схема простая. И здесь нет иерархии, то есть здесь взаимодействие очень простое. Поэтому давайте посмотрим на оставшиеся схемы. Значит, взаимодействие между отделами во второй и в третьей схеме, оно затруднено, оно гораздо сложнее происходит, чем в функциональной. Но я забыл про вариант, когда все строится по географическому принципу. Здесь тоже есть своя специфика и свои проблемы с взаимодействием с торговыми агентами. Эта тема сложная, для нашей страны специфичная, но связано это с тем, что вообще на каждом уровне у нас возникают проблемы со связями вот, между структурными подразделениями, с отделами, называйте их как хотите. И в результате, значит, вот здесь по этой схеме, которая сделана по географическому принципу, то есть по принципу географии распределения, ну, наверное, речь идет о филиалах все-таки, да? Вот здесь довольно сложная возникает проблема, проблема взаимодействия. Это мы, так сказать, ставим мысли на минус в этой схеме. Следующее. Давайте проанализируем, сколько уровней в каждой системе. Первая система – нулевой уровень, вторая – двухзвенная, а вторая и третья, то есть рыночная и товарная, там имеется множество звеньев. Правда, там два уровня, но звеньев может быть достаточно много, сколько у фирмы есть там товаров или рынков. И вот это каждое звено накладывает отпечаток на скорость и умение быстро взаимодействовать. То есть вот все, что было посвящено в теоретической части, вот во второй предыдущей лекции, мы говорили про управление, то вот если с этой точки зрения смотреть, вот эти схемы в смысле управления достаточно сложны. Сложный контроль в них. Значит, быть малоуровневой, это вот я бы назвал только одну систему, которая малоуровневая, это функциональная. Но, как я уже сказал, она неприменима ко всем случаям.
И последний параметр, по которому я бы хотел все это проанализировать, это гибкость и приспосабливаемость системы. Вообще, как ни странно, вот товарно-рыночная система довольно гибкая и способна приспосабливаться, но с небольшими оговорками, связанными, но опять-таки, я не хочу уже повторяться, с противоречиями в управлении. Очень гибкая функциональная система, вообще, ну, то, что простое, то всегда и гибкое. Вот. Что еще очень важно отметить? Вот мы рассмотрели вот эти системы. Они работают. Они реально работают в реальных условиях рынка. Их применяют согласно иногда здравому смыслу, иногда сложившимся обстоятельствам. Здесь играют решающую роль. Но тем не менее, раз уж мы затратили 3 лекции на то, чтобы понять, как правильно организуется стратегический маркетинг, в чем, собственно, его сущность, то нам необходимо вот в данном случае понять, вот эти схемы, они отвечают, собственно, вот этим требованиям или нет. Судите сами. Вот мы говорили теоретическую часть, рассказывали про варианты, там, какие могут быть введения маркетинга на предприятии. А это реальные схемы, основанные на реальных подразделениях структурных, в которых работают люди, зачастую это маркетологи профессиональные, в большинстве своем, ну, там, отдел сбыта, может быть, не так. Вот. И как оценить вообще? Вот мы говорили, теоретическую часть разобрали, все хорошо. А вот это все вообще, вот я почти дословно повторил, ну, вот эти схемы, что, ну, только что здесь нету это, производственного, да, варианта производства. Видимо, уж совсем как бы просто. Вот эти схемы адекватны или нет? И вот этот вопрос, он решается с помощью проверок. То есть ведется маркетинговый аудит. Мы о нем говорили, но в чем он заключается? Мы проверяем все подразделения, все структуры с целью выявления, насколько эффективна работа. Ну, сами понимаете, эффективна работа сотрудников, эффективно работать, насколько эффективна работа сотрудников, насколько эффективна работа самой системы, самого отдела. Что здесь важно еще отметить? Мы говорили про маркетинговый аудит. В чем его необходимость? Это вроде бы, ну, контроль такой, да, это разновидность контроля. Мы контролируем нашу деятельность, чтобы знать, насколько эта система адекватна рынку, насколько она отслеживает потребности потребителей, насколько она способна действовать так, чтобы полностью удовлетворять эти потребности, а через это получать максимум прибыли, то есть еще и быть экономически рентабельной, целесообразной, то есть быть малозатратной. Таким образом, вот имея вот эти структуры, вот эти варианты организации службы маркетинга на предприятии, после проведения аудита, после проведения исследований, насколько эти подразделения хорошо работают, те, кто проводит аудит, а я в прошлый раз говорил, что это может быть и внутренний аудит, не может быть, а он ведется непрерывно, должен вестись непрерывно в компании. Компания проводит внутреннюю проверку, проверку планов, текущих планов, годовых планов. Но и, безусловно, но и, безусловно, необходим, это мое мнение, в крупных компаниях, наверное, целесообразно проводить аудит внешний. То есть приглашать специалистов, чтобы они это делали, это проводили эти исследования. В результате этих исследований они дают заключение, заключение о деятельности компании, положительные, отрицательные стороны. То есть как бы мы получаем за определенную плату взгляд со стороны на компанию. Ну вот, может быть, это не очень существенно, но я решил об этом сказать, потому что вот это понимание
того, где находится фирма, в каком она положении, это дорогого стоит, и лучше, конечно, посмотреть на то, как все происходит со стороны. Вот, собственно, основные мысли, связанные с правильным построением маркетинга в организации, службы маркетинга. Что еще я в прошлый раз говорил, и сейчас, под конец лекции, я еще раз хочу напомнить. Реалии современные таковы, что недостаточно быть успевающей прибыльной компанией. Этого недостаточно. Вот это понимание, наверное, еще пока не пришло. Но все равно мы никуда не денемся. Мир стал более жесткий. Компания действует в жестких рыночных условиях, условиях жесткой конкуренции. И в результате, хотим мы этого или нет, вот этот момент, вот, о котором я говорил, что да, компания рентабельна, она хорошая. Она хорошо работает. Вроде бы даже и показатели, которые вот, заключения, которые дали аудиторы, вроде все нормальные. Но этого недостаточно. А критерий какой? Работа должна быть не просто хорошая, а очень хорошая. В чем идея? Я говорил, еще раз повторяю. Компания, маркетингово-ориентированная компания, ориентированная на потребителя, на полное удовлетворение, зря сказал слово полное, но максимальное удовлетворение его потребностей. Компания, которая систематически занимается всеми мероприятиями маркетинга, чтобы это выполнять. Так вот, помимо всего прочего, ей еще нужно быть, что называется, максимально эффективной. Почему? А идея очень простая. Если она будет не максимально эффективна, а просто. Еще раз повторяю, она будет рентабельна, она будет хорошая. Но если она будет уступать в своей эффективности, то есть будет недостаточно стратегически ориентирована правильно, она проиграет в конкурентной борьбе с соседями. Потому что рядом стоят точно такие же хорошие ребята, хорошие фирмы, которые тоже выпускают, производят или продают, или выполняют какие-то услуги, ничуть не хуже соседей. И вот то, насколько вы сумели правильно позиционировать товар, правильно его продвинуть, вообще провести весь этот комплекс, который можно сейчас еще 45 минут рассказать, вот насколько вы эффективны, настолько ваша компания и жизнеспособна. И это не термин, это просто я фразу сказал «жизнеспособна», потому что не надо путать с рентабельностью. Это отдельный разговор, мы о нем поговорим, когда будем говорить о ценообразовании. Ну а теперь тема вроде бы исчерпана. Давайте приступим к вопросам. Контрольные вопросы. В чем различие стратегического и операционного маркетинга? Какие схемы организации службы маркетинга вы знаете? В чем заключается процесс ревизии маркетинга на предприятии? На этом вот эти три тяжелые и очень важные в маркетинге, в понимании деятельности маркетологов и вообще службы маркетинга на предприятии, вот эти три сложные лекции завершены. Я надеюсь, они были вам полезны. Сегодня лекция закончена. Всего доброго, до свидания.